Привет, всем привет, всем доброе утро, 8 часов московское время, и у нас сегодня с вами утро начинается с практики осознанности. Давайте поисследуем природу своего ума, свою истинную природу и настроимся на день. Сейчас мы с вами садимся удобно, располагаемся так, как вам было бы хорошо. Можно сесть на стул, можно сесть на пол. Я сегодня на полу. Можно под ягодицы подложить какую-то такую подушечку, которая вас посадит чуточку выше, чтобы вам было удобно. Я ноги складываю в бирманской позиции. Вы, соответственно, можете сесть удобно на стул, поставив ноги на ширине таза и поставив стопы параллельно и ставя пятку, потом проглаживая свод и опуская плюсневые суставы на пол. Значит, если вы решили сесть в какую-то удобную позу медитации, удобную для вас, комфортную, то можно выбрать любую. Я выбрала бирманскую. Можно сесть по-турецки, можно сесть полулотос. Все зависит от глубины проработки и открытости вашего таза. Садитесь так, как вам удобно. И если требуется, пожалуйста, обопритесь на какую-то опору. Это может быть спинка стула, это может быть вот, диван, это может быть стена. Смотрите, чтобы вам было удобно и комфортно, потому что наша спина должна быть в ровном положении. И желательно, чтобы у нас вот позвоночник простроился от крестца вверх, через макушечку, как будто он вот выходит вверх, и нас еще за макушечку кто-то подвешивает. Итак, дорогие мои, значит, сели ровно, потянули себя за позвоночник вверх, затылочные бугорки, вот здесь вот два таких затылочных бугорка тоже потянули чуть-чуть вверх, у нас позвоночник натягивается, но не перенатягивается, то есть желательно, чтобы вы были вытянуты, но при этом, чтобы вы были расслаблены, то есть центр, основа у нас натянута, а все остальное у нас расслабляется. Но тоже смотрите, чтобы не было такого слишком чрезмерного натяжения, да? То есть мы в тонусе, но тело вокруг, тело расслаблено. Теперь ладошки укладываем вверх, раскрываем их, либо можно сложить ладонь в ладонь и зациклить большие пальцы. Значит, у нас у девушек левая ладонь подхватывает правую, у молодых людей наоборот. Выберите вот либо так, либо так. Да? Теперь плечи проверните вперед, доведите их в верхнем положении на уровень ушей и отсюда спокойно опускаем плечи вниз. Хорошо. Теперь закрываем глаза. Закрываем глаза. Дышим носом. Кончик языка у нас на бугорке за верхними передними зубами, за верхними резцами. Мягенько лежит, не вдавливается, а просто соприкасается с этим бугорочком на небе. И если у вас насморк, например, и вы по каким-то или по каким-то причинам вы не можете дышать носом, тогда вы, соответственно, и если вы дышите через рот, кончики языка у вас не получится так заложить, поэтому спокойно язык расслабляйте и пусть он лежит естественно. А те, кто может дышать носом,
зациклим и положим кончик языка вот туда, на бугорок за верхними зубами. Дышим носом, вдох. Чувствуем, как струя воздуха проходит через ноздри таким свежим потоком. И выдох. Мягкое облако теплого согретого воздуха выходит через нос. Выдох ощутить немного сложнее, чем вдох, но мы его ловим. И сейчас направим внимание на вдох и выдох. Теперь разомкнем губы, зубы. Отпустим нижнюю челюсть, пусть она расслабится. Отпускаем ее, расслабляем щеки, расслабляем виски, расслабляем глаза под веками, веки расслабляем, лоб. Расслабляем чуть ниже висков височно-нижнечелюстной замок. Это место соединения челюстей. Челюстной сустав, височно-нижнечелюстной такой замочек. Отпускаем его, расслабляем. Нижняя челюсть становится еще более тяжелой. Еще чуть больше расслабляется. Уходит вниз под воздействием силы гравитации. Расслабляемся. Вдох и выдох. Внимание сейчас на дыхании. Все внимание на дыхании. Если вдруг вы заметили, что ваше внимание куда-то сместилось, просто взяли его, спокойненько вернули. Вот очень важно замечать эти отвлечения. Сместилось куда-то внимание или нет? Или оно остается на дыхании? Чем чаще и больше вы будете отмечать этих смещений, тем лучше. И сейчас мы с вами внимание направим на плечи. И мы с вами во время выдоха будем максимально расправлять, расслаблять плечевой пояс, плечи. Они будут становиться такими мягкими. И через глубинное расслабление плечевой зоны мы с вами уходим в наслаждение. На каждом выдохе вдох наполнились, может быть пауза, дальше выдох расслабленный. Во время выдоха мы уходим в глубинное расслабление и наслаждение плечевого пояса. И опять вдох, и на следующем выдохе опять глубокое расслабление и наслаждение. И с каждым выдохом углубляемся. Или если углубиться сложно, просто остаемся на этом уровне и вот ощущаем эту глубину расслабления. Когда готовы во время выдоха уйти в более глубокое расслабление и наслаждение, переходим.
если заметили, что внимание куда-то сместилось, заметили отвлечение от дыхания, глубинного расслабления, наслаждения в плечевом отделе, сразу спокойненько отследили это и вернули. Например, внимание сместилось на звук, внимание сместилось на вкус, на запах или еще на что-то, на какую-то мысль, на какое-то ощущение в теле, спокойно отследили и вернули к нашей задаче. Сейчас давайте отпустим наше внимание. Пусть оно передвигается туда, куда хочет. Может быть, оно захочет остаться на дыхании, на расслаблении. А может быть, оно начнет передвигаться. Просто отпускаем его и наблюдаем за тем, куда внимание смещается. Как оно двигается. Это называется свободная осознанность. То есть мы внимание не сосредотачиваем на опоре, в нашем случае на дыхании, на расслаблении плечевого пояса и углублении наслаждения, а отпускаем его. Это называется безопорная медитация или свободная практика осознанности. Внимание не привязано ни к чему, не опирается ни на что. На каждом выдохе.
И сейчас давайте посмотрим, с чем вы хотите закончить сегодняшний день, к чему вы хотите прийти, что вы хотите чувствовать в конце дня, что вы хотите ощущать телом. Чувствуйте сейчас в том, как вам важно почувствовать себя в конце дня, что вам принесет такое чувство глубокой радости, глубокого удовлетворения, как это. Как это? Что это значит для вас? Что вы чувствуете? И что вы ощущаете телесно при этом? Давайте сейчас, не меняя положение тела, не напрягая мышцы лица, улыбнемся. Это будет такая внутренняя улыбка. Мышцы лица остаются абсолютно расслаблены. В лице просто появится какая-то лучистость, светлость какая-то. Просто улыбнемся изнутри. Ощутите, что вам дает эта внутренняя улыбка. Что она приносит во всю вашу систему, систему человека, что она меняет, как вы себя чувствуете при этом, что вы ощущаете в теле. И сохраняя внутреннюю улыбку и памятуя в течение дня о ней и о вашем состоянии, в котором вы заканчиваете день, да, вот, направляя туда внимание, памятуя о нем, помня о нем, телом помня о нем, чувствами. Что бы с вами в течение дня ни происходило, внимание остается во внутренней улыбке и в вашем целевом состоянии. И из этого целевого состояния, из внутренней улыбки, думайте, чувствуйте, действуйте, говорите. Что бы вы ни делали, все можно делать из внутренней улыбки и целевого состояния. Сейчас пошевелите пальчиками рук, пальчиками ног, осознаем свою телесность. Глаза пока не открываем, растираем ладошки одна другую. Они становятся горячими. Такими теплыми ладонями протираем лицо, массируем кожу головы. Скальп, да, идем к макушечке, дальше к затылку, затылочные бугорки, сосцевидные отростки, подзатылочную область, шея, немножко захватим трапецию, вверх трапеции, перетекаем
на переднюю поверхность шеи, подбородок, через подбородок аккуратно перетекаем на лицо, еще протрем лицо, мягко открываем глаза. Ну что же, доброе утро. Мне очень интересно, как у вас сегодня прошла практика, что было для вас нового, что вы открыли. Пожалуйста, напишите мне в комментариях после эфира о том, что вы открыли сегодня во время практики. Я вас очень крепко обнимаю и, кстати, напоминаю, что больше глубоких практик и более интенсивных, и практик, которые позволяют вот заякориться, плотнее заглубиться в своем пространстве осознанности, в тишине, глубине, когда ум становится таким более спокойным, и мы начинаем осознавать, и это дает возможность раскрытию других аспектов истинной природы человека. Мы это делаем на программе «Живи из глубины», которая стартует 1 июля, и я вас на нее приглашаю. Есть еще места, я буду очень рада в течение 2 месяцев глубоко поработать с вами. Это живая онлайн-программа, которая идет в живом потоке. То есть мы начинаем, открываем, идем вместе. Будет много со мной эфиров, будет много вот таких практик в прямых эфирах. Так что присоединяйтесь. Я вас обняла, и вам волшебного глубокого дня. Всем пока!